Всем привет! Ребята, меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале, и я сегодня не одна! Всем привет еще раз! Сегодня со мной моя родная сестра Полина, и это неспроста, потому что мы наконец-то открываем рубрику Back to School 2020. Естественно, в этой рубрике я буду не всегда с Полиной, я тоже буду снимать школьные видео, как бы мы ни хотели возвращаться в эту атмосферу школьную, тетради, канцелярия, школьные принадлежности, шпаргалки. Но все равно скоро сентябрь, и скоро мы начинаем учебу. Я школу уже закончила, поэтому неспроста сегодня сидит со мной Полина и огромное количество коробок. Как вы думаете, что в этих коробках? В этих коробках лежит огромное количество канцелярии, которое пригодится в основном мне. Да, в основном Полине. Я тут заказала, кстати, и рюкзаки, и ручки, и тетради, и дневники, и все. Тут их очень много канцелярии. Я сидела где-то часа три и выбирала все это. Полина не видела, что я для нее подготовила, поэтому можно считать, что эта рубрика относится даже к боксам. Помните подарки, которые я для Полины делаю? В этом видео я буду собирать Полину в школу, можно даже так сказать, потому что вся практически канцелярия, которая находится в этих коробках, для Полины, ибо школу я, повторяюсь, закончила. В этом ролике мы что, Полина, сделали? Мы спрятали 5 букв, из которых вы должны собрать слово, которое напишите Карине в Инстаграм в Директ. Да, ник вы сейчас видите на своих экранах. Не забывайте подписываться на мой Инстаграм, потому что там скоро будет офигенный конкурс на супер-мега-огромное количество канцелярий. Поэтому подписывайтесь, чтобы быть собранными в школу вместе с Кариной Аракелян. Кстати, я хочу повыпендриваться своими носочками чудесными. Кстати, они тоже из того магазина, из которого я заказала всю эту канцелярию. А название этого магазина вы узнаете в конце. Ну а мы желаем вам приятного просмотра. Сегодня мы все эти коробки распакуем, и видео будет супер долгое, поэтому запасайтесь печеньками, чем еще. И сладостями. Да, вкусным чаем еще. Мы можем начинать! Дадим этому видео школьную атмосферу, чтобы вы тоже почувствовали и окунулись во всю эту школу, так сказать, вместе с нами. Давайте начнем с самой маленькой коробочки и посмотрим, что внутри, но я забыла вас предупредить. Сейчас Полина вам скажет. И чтобы разнообразить это долгое видео с канцелярией, мы решили заказать не только канцелярию, но еще всякие штучки, которые не относятся к школе. А что именно, вы узнаете при распаковке. Да, поэтому в этих коробках будет не только канцелярия. Хочу, чтобы вы просто знали об этом, чтобы вам поднять настроение, так сказать. Итак, мы с Полиной, пожалуй, отодвинемся чуть-чуть вот так вот, да, по бокам. И будем открывать коробку. Первая коробка у нас это вот такая вот маленькая. У тебя, Полька, тоже должны быть ножницы? Да. Да, зелененькие. Итак, давай с тобой откроем ее. Она, по-моему, должна стоять вот так. И, кстати, тут написано мое имя. Если вы забыли, меня зовут Карина. На самом деле, ребят, я думаю, не только я соскучилась по школе, потому что, ребят, мы уже полгода как не ходим в школу, то сидим на карантине, то на дистанционке. Меня это уже все выбесило. Полина, как обычно, у нас открывает коробки через жопу. Решила ножницами фигачить поверху, но нужно всего лишь сделать вот так. Полиночка моя дорогая, и коробочка откроется. Ну ладно, со следующей коробки Полина будет знать. И мы начинаем распаковывать первую коробку. Я хочу достать вот этот вот пакет, который здесь лежит. Вот такой вот чудесный пакетик с миленькой кошечкой. Давай посмотрим, что лежит там. Полина первая вам покажет. Так, первое, что я вижу, это пакет. Да, это подарочный пакет. И, в общем-то, тут дальше у нас красивая папка. Дальше какие-то папочки, файлики. Да. И вот такая штучка, чтобы сюда вклеивать тетрадочку или листок бумаги. Листок бумаги, да, и писать. Эту штуку я заказала в основном для того, чтобы писать сценарий. Еще одни две вот таких вот папочки, файлика. И очень-очень много наклеек. Так, ну наклейки это, конечно, рай для каждого школьника, школьницы, поэтому я решила заказать просто годовой запас наклеек. Сейчас я вам их покажу. И еще вот такая вот ручка. Да, одну ручку просто кинули туда, наверное, она в подарок. Просто красивенькая ручечка, вот такой вот мышонок и огромное количество всяких наклеек. Если вам в школе, конечно же, разрешают приклеивать что-то в тетрадке, то вам повезло.
А если нет, то нет. Полине разрешают или нет? Разрешают. Разрешают, поэтому Полине повезло. Главное, чтобы тетрадка была красивая. Тут, кстати, еще лежат две линеечки. Это на всякий случай, потому что Полина в школе любит постоянно все терять. Вот такие вот две линейки чудесные. Ну и наклейки можно отложить. Дальше достану я. Тут в основном и так понятно, что все для Полины. Тут у нас что-то недошкольное. Я не помню, что это. Тут масочки у нас лежат. Естественно, не без защиты. Нам положили в коробочку защитные масочки, чтобы ходить куда-нибудь. Мне передавали из этого магазина, что это в подарок. Я, по-моему, заказала еще маски в этом магазине. Вот такая вот черная, фиолетовая и розовая. Еще две резиночки. Резинки нужны. Я обожаю в последнее время носить и делать себе хвостик. Поэтому просто чудесно. Дальше достаю пакетик я. Он очень тяжелый, ребят. Так, что же там лежит? Давай мы с тобой коробку отодвинем и вывалим на пол. Тут ластики. Я заказала просто годовой запас ластиков, ребят. Это просто чудо какое-то. Три клея карандаша, авокадик и динозаврики. Это очень мило. Да, также тут есть ластики тортики. Вот такие вот. Полина любит ластики, тем более я подумала, почему бы их просто не свалить потом в какую-нибудь коробочку, если один ластик надоест, просто взять другой. Вот такие вот красивые. Точилки в виде фруктиков, закладочки. Ага. Текстовыделители. Дальше у нас тут идет какая-то коробочка. И в этой коробочке просто вот такие вот, как они называются? Это то ли закладочки, то ли скрепочки. Да, скрепочки. Вот такие вот красивенькие. И вот такие 4 декоративных скотча, которые мне тоже часто пригождаются в школе. Ну и естественно, тут есть текстовыделители, ты их уже показала. Но прикол этих текстовыделителей в том, что тут 4 маркера. И еще есть маленькие, такие как ручечки, 2 маркера. Тоже очень крутые. Ну что же, погнали дальше. Я пододвигаю коробку. И мы тут достаем огромную-преогромную сумку. Я помню, когда я делала обзор товаров этой канцелярии, я разыгрывала среди подписчиков целую сумку всяких товаров, то есть тетрадок, карандашей, ручек. И я напоминаю вам, ребята, что именно в моем инстаграме скоро пройдет конкурс. Это огромное количество канцелярий мы с Полиной заказали неспроста, и там есть продукты, которые повторяются. И совсем скоро Карина снова разыграет целую громадную сумку с канцелярией среди вас. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм по ссылке ниже. Вот такая вот сумочка, в которой совсем скоро будут лежать подарки, и один из вас сможет выиграть от меня такой приз. Кстати, там будет не только канцелярия, но и подарочки от меня, которые я отдельно куплю. Возможно, там, кстати, будет кое-что покруче, но об этом вы узнаете в моем инстаграме. Следующий продукт из коробки. Теперь я достаю, я вижу 2 пенала. Первый просто серенький, с золотистой надписью, и очень крутой пенал, который открывается, который я сейчас очень заинтересована и хочу открыть. Но пока Полина открывает пенал, я достану еще один пакет из этой коробки. Я вам говорю, ребят, этот обзор будет просто на несколько часов. Мы с Полиной тут уже готовы. Ой, ё-моё, ребят, давайте я просто не буду это комментировать и вывалю вот сюда, чтобы вы увидели. Как раз-таки неспроста Полина открыла пенал. О, господи! Это огромное количество ручек. Ребят, ручек настолько много. Причем самый прикол этого магазина в том, что продаются ручки-сквиши. Чтобы вы уж точно не нервничали во время уроков, давайте откроем одну из ручек. Одну я, кстати, разыграю, поэтому открывать не буду. Как вы видите, тут есть почти одинаковые. Вот такая вот ручка-сквиш. Ты одну открываешь, они, кстати, синие, и ты можешь просто мять ее во время урока, и учительница до тебя не докопается, потому что это как бы ручка, она продавалась в магазине для школы, и ты можешь спокойно играться и одновременно писать во время урока. Наша математичка докопается все равно. Ну и что? Поэтому по-русскому буду писать. Дальше вот такие вот текстовыделители, которые я везде искала, кстати, Карина. Самые красивые текстовыделители. Нежных оттенков, чтобы в школе уж учительница тебе точно не сказала. Слушай, какие-то яркие цвета у тебя в тетради, давай-ка понейтральней, как они любят докапываться. Или красный цвет только для учителя. Ребят, я, кажется, разобралась, в чем фишка этого пенала. Он вот здесь вот не открывается, вот здесь открывается, и отсюда вы вот так вот выдвигаете свои ручки и карандаши. Да, то есть ты складываешь ручки, карандашики, можешь просто элементарно вот так сложить все принадлежности, закрыть, открыть, и они как бы тебя тут увидят. Да. Тут у нас всякие синенькие, черные ручки, вот такие вот ручки-котята а-ля антистресс, которые
вот так можно потрясти. Вообще суперские. И текстовые делители еще одни, очень компактные и разноцветные. Цветные ручки, они всегда нужны. Охренеть, ребята, это ручка с разными цветами, которые вот так вот можно ее... А, нет, так нельзя. Так нельзя, но она вот с такими красивыми пайетками. И ручка... Очень прикольно выглядит. Да, и ручка с несколькими цветами, то есть тут их 7 цветов, и, короче, присутствуют все цвета радуги. Плюс они еще черный и черный. Складываем все ручки. Вообще крутяк. Тут у нас есть годовой запас. Естественно, половину я разыграю в моем инстаграме. Достаем дальше, что у нас лежит в этой чудесной коробке. Полина, твоя очередь. Я достаю ланчбокс. Причем ланчбокс, как я поняла, для худеющих. Видишь, он такой маленький, и ты туда можешь положить какие-нибудь хлопушки. Орешки. Или какой-нибудь, да, орешки. Один бутерброд. Он такой компактный и милый, ребята, я не очень красивый. Здесь вилочка. Да, очень красивый ланчбоксик, чтобы ты не обожрался, как свин. И к тому же поместилась бы вся еда. Сюда поместится спокойно 2 бутерброда. Я просто не люблю и не любила никогда, ребят, большие ланчбоксы. Я тоже. Там всегда, ну как бы они и в рюкзак хер поместятся, и еды ты столько много, в принципе, не съешь. А так вот что... это отличный. Да, так что сюда я бы положила какие-нибудь отруби или хлопушки, а вниз бутербродик, огурчики и помидорчики. Если ты хочешь питаться правильно, а не покупать в столовке хот-дог. Да. Хот-дог у нас есть вон этот сквиш на ручке. Да. Так, дальше моя очередь. У нас пакет. Опять пакет с кошечкой. Итак, высыпай. Посмотрим, что у нас тут лежит. Вау! Вау! Итак, это что? Это у нас тоже наклейки. Какие-то наклейки. Это для пропуска в школу. Оль, я тебе больше скажу. Это не наклейки, это татуировки. Это цветные татуировки, динозаврики. Татуировки на лицо с блестками. Естественно, это не для школы, мы вас предупреждали. Татуировки с котиками, со всякими цветочками, с яичницей, с инопланетянами. Мягкие закладочки. Да, красивые мягкие закладочки, антистрессики. Пропуски в школу. Ну, какие пропуски в школу? Это чехлы для пропуска в школу, чехлы. Для карточек и так далее. Ластики и калькулятор. Да, ластики. Еще один калькулятор. 2 калькулятора. Это на всякий случай, если Полина потеряет один голубенький, а другой розовый. Очень много еще татуировочек переводных. И, ребята, хочу высказаться по поводу вот этих штучек. Сюда можно налить антисептик и брать с собой в школу, так как этот маленький, будет удобно. Да, и к тому же антисептики можно делать своими руками. Это мы уже все прекрасно знаем. Из-за самоизоляции. Вот такие вот 2 коробочки у нас есть. Это для путешествий, или же в школу можно взять с собой какие-то таблетки, если ты пьешь вот такие вот маленькие штучки, чтобы в пенал с собой не кидать и чтобы ничего не потерялось. Ну и к тому же у них очень красивая анимация на крышечке, и у тебя всегда будет хорошее настроение. Так, дальше я достаю вот такой вот еще тяжелее, чем прошлый пакет. Я даже боюсь смотреть, что там, поэтому вы уберите первое. Огромное количество блокнотов для записей. Тут у нас еще есть 2 пачки блестящих ручек с запахами. Господи, я по таким просто фанатею, которые приятно пахнут. К тому же блестят, и они еще гелевые. И вы, если захотите, можете вести ими и тетради, и ежедневники. И ваша жизнь всегда будет яркая и позитивная. Я хочу распаковать вот этот вот черный блокнотик, который меня очень сильно привлек. Полина, пока открывает черный блокнотик, я покажу, что у нас тут еще. Присутствует огромное количество блокнотиков, они запакованные, поэтому некоторые, чтобы вы видели, я открою. С моими острыми ногтями такую пленку открыть, это не проблема, поэтому я вот так вот делаю. А, это кошелечки, посмотрите. О, круто. Есть такой кремовый и вот такой вот черненький кошелек, куда ты сможешь сложить десятчики там или просто рубли. Как раз в столовой, в школе не принимают карты, и да. Поэтому нужно наличную брать с собой. Вот именно, да, наличные. И сзади как раз таки есть для карточки. Во многих школах есть карты, там, пропуска или карты для оплаты в столовой. Вот лично в нашей школе, в которой Полина учится и в которой училась я, такое. Так что 2 кошелька, один из них, естественно, будет разыгран. Ребят, я распаковала этот блокнотик, как мы думали раньше. Оказалось, это ежедневник, где нужно писать свои ежедневные цели, планы и так далее. Мне очень сильно нравится. Да, и к тому же ежедневник с обложечкой, его можно будет вытащить, и внутри очень красивое оформление. Стикеры для заметок и очень много блокнотиков. Причем блокнотики реально очень яркие, красивые. 2 зелененьких, желтый и синий. Вот такая вот красота для шпаргалок в школу. Ну и в этой коробке у нас осталось всего 3 продукта. Это носочки, беленькие носочки, которые, кстати, скорее всего, как у меня сейчас на
ножках, потому что они тоже из этого магазина. Очень красивые. И серенькие носочки, они в очень красивой подаче, в таких вот пирамидках, так сказать. Ребята, еще я нашла еще один кошелечек с арбузиком. Да, яркий, красивый кошелек, который, скорее всего, тоже будет разыгран. Итак, мы с Полиной разобрали полностью всю первую коробку. Есть еще потяжелее, чтобы вы понимали, это была самая легкая и самая маленькая. Все интересное у нас впереди, поэтому коробку я откладываю и пододвигаю вот такую вот тяжелую, самую тяжелую коробку. Полиночка, бери свои ножницы, давай открывать. Только не через жопу, как в первой. Хорошо. Итак, мы, пожалуй, начнем с того, что покажем вам подсветочки. Это у нас красивый лебедь-ночник, единорог, еще один единорог, который будет разыгран у меня в Инстаграме. Ну и приступаем к школьным Ребята! Товарам. Ребята, это что, Карина? Это я заказала огромных 3 пачки фломастеров. Причем это фломастеры восковые, как я поняла, если не забыла. Да, это восковые. Естественно, одна коробочка тебе, другая мне и третья победителю. Откладываем. Дальше у нас в коробке огромное количество пакетов. Посмотрите, их тут очень много, поэтому будем доставать по одному. Ой, какой кошмар! И высыпать их. Давайте начнем с первого. Какая тяжесть! Господи, первый пакет это тетради. Как же обойтись без тетрадей в школе? Засыпай, Полина, показывай все. Вау, какие крутые! Все яркие, позитивные и самое то для школы. Некоторые с обложечками, некоторые без. Ребят, я думаю, нету смысла разглядывать каждую тетрадку, потому что тогда видео будет на 48 часов, а не на 2 часа. Ну и я не уверена, что это видео будет на 2 часа. Я постараюсь его в монтаже сократить, чтобы все было информативно. Просто покажу вам. Есть мятные тетрадки с динозавриками, с обложкой, собачки. Тетрадка, окей, с меня хватит. Пока. С обложкой. Вот такая вот девочка. Еще девочка, собачки, цветочки, фиолетовая, мой любимый цвет, глиттер, это Аполлине. Дальше авокадо и с ягодками. Это у нас, что было в первом пакетике с тетрадками. Следующий пакетик. Теперь я высыпаю. Опять тетради. Вау, так они прикольные. Здесь тетрадка с полупрозрачной обложкой, ребят, это очень круто, я таких раньше не видела. Также есть 2 черные тетрадки с черными листками. И для них обычно покупаются белые ручки. И вот такие вот маленькие блокнотики. Ну и обыкновенные тетрадки с офигенной обложкой. Тут, кстати, есть вот такая вот необычная линейка. И это, скорее всего, для музыкальной школы. Чтобы вы понимали, да, не для обычной, еще для музыкальной. Все есть в этом магазине. Так, следующий пакет. И это опять, моя дорогуша, либо брелки, либо ластики, как я понимаю. О, господи, ребят, тут есть ластики настолько огромные, что на них можно, мне кажется, жить всю жизнь. И пользоваться ими всю жизнь. Да, это огромный ластик. Ребята, я это распакую, потому что я, кажется, увидела кое-что очень крутое. Ну и это точно такой же ластик, он будет разыгран. Кажется, я не ошиблась. Ребята, это ластик, машинка. Сборный ластик, который может ездить специально на машинке. То есть вы вот так вот прикрепляете к этому сокровищу машинку, и вот так вот этот чудесный ластик может ездить у вас по парте. Еще у нас тут есть пачки ластиков с животными, новогодние, со всякими Дедами и Морозами. Брелки с водичкой и блестками, и мягкие. Да, и мягкие брелки с очень красивыми котятами. Я достаю вот такой вот громадный тяжелый пакет, в котором... Ежедневники и скетчбуки. Да, тут пока скетчбуки. Вот такой вот розовый скетчбук. У Полины точно такой же. Пригодится для ИЗО. Короче, да, тут их очень много. Следующий у нас пакетик достается. Такой достаточно тяжелый. Высыпай кольчика. Очень тяжелый. Вау. Да, тут у нас и тетради, и тоже скетчбуки. Карина. Буква К, Карина. Да, я заказала себе вот такой вот блокнотик. Не только для школы, но и вообще с буковкой К, чтобы сразу было понятно, на какую букву начинается имя хозяина этого блокнота. Вау! Ребята, это ежедневник. Смотрите, тут написано котик. И здесь вот такие вот красивые разлиновки всякие. И здесь можно писать каждый день. И вот такие вот остальные красивые. Тут есть миссия успеть все. И там тоже очень красивое оформление. Суперские блокноты и ежедневники. Высыпай. Тут у нас опять ластики. Причем ластики в виде картошки фри, хот-догов, бургеров, колы. У нас, я же говорю, просто рай ластиков. Ребята, я в шоке. Смотрите! Я не могу просто описать.
писать свои чувства. Ребята, это вот такие вот линейки, вот такие вот бумажечки, вот такие вот закладочки, вот такие вот закладочки, вот такие вот закладочки, вот такие вот закладочки. Вот такие вот, ребята, еще одна линейка. Я просто не могу. Да, тут очень много всего. Есть вот такая вот супер-мини-тетрадка, которая подойдет и для шпаргалок. Супер-крутые стикеры, которые можно наклеить на стену, как напоминалки в виде тетриса. Очень много бумажечек таких для напоминалок. Я тоже заказала, потому что без этого никак. Со всеми необычными дизайнами. Это красота. Дальше у нас в коробке пакетов не осталось. Тут в основном пеналы и косметички, которые мы сейчас из коробки вывалим и вам покажем. Та-дам! У нас тут вся комната. Офигеть! В этих... Ребята! Я такую штуку очень хотела. Она вот так вот раскладывается, и здесь можно использовать как подставка для карандашей. Вот так на парту ставишь и достаешь. И чтобы в рюкзаке не занимало место, оно складывается. Да, очень практично и удобно. Дальше, естественно, пеналы. Их очень много. Жиденький пенал. Очень красивый, со всякими вот этими блестками внутри. Очень вместительный черный пенал с космосом. Розовый пенальчик. Вот такой вот. Серый пенал, обыкновенный. Вот такая вот розовая блестящая косметичка. Я ее купила для того, чтобы было удобнее складывать косметику с собой в путешествие. И пушистый черный пенал, который я обязана сейчас потрогать. Ребята, кажись, это мой любимый пенал будет. Причем он самый красивый. Мне он понравился больше всех. И я уверена, это Полинин стиль, согласись? Да. Прям Полине очень нравятся такие все товары, так сказать. Поэтому Полина будет рада. Так, со второй коробкой мы закончили. Сейчас пододвигаем следующую. Она еще тяжелее. И открываем ее, разрезаем ножницами. Та-дам! Вау! Я и не забыла про мягкие игрушки. Я сейчас просто не знаю, что со мной сейчас произойдет. Это просто... Смотрите, какая милость. Но это просто не игрушка, а прелесть. И я знала, что она понравится Полине. Я даже не знаю, кто это, но очень мило выглядит. Напишите в комментариях. Это какой-то космонавт. Да, очень мило выглядит. Это тебе, Полинка. Спасибо. Так, дальше у нас опять тяжелый пакет. Тут у нас обложки на паспорта, на тетради, на карточки, кошельки. Вот такие вот черненькие. Расческа. Да, расческа. Это у нас на карточку чехольчик. Вот такая вот прелесть. И зеркала. Тут пока что ничего школьного. Это для путешествий такие вот, так сказать, пустые тюбики для того, чтобы мы потом сами туда все наливали и брали с собой. Это раскладное зеркало. У меня было похожее тоже из Заки, но оно уже все покоцанное, поэтому берем такое. Поэтому новому мы не будем против. Держи тебе следующий пакет. Носочки! Носочки! Носочки, носочки, которые, естественно, тоже можно будет надеть в школу. Ребят, как вы видите, у меня есть точно практически такие же. Это бежевые и вот беленькие. Суперские просто. И вот такие вот розовенькие, тоже как у Карины. Яркие носочки, желтые, синенькие, фиолетовые. В общем, тут их просто море. И самое главное, они мягкие и уютные. Вот такие вот у нас дальше есть два чудесных ланчбокса. Первый двухэтажный, голубенького цвета. И первый этаж разделен на две части. Вот такая вот красота. И вот такой вот, который мне понравился даже больше, чем тот, который мы уже распаковывали. Фиолетового цвета и разделен на три части, которые можно убрать. И это будет как один ланчбокс без разделений. Следующий пакетик я высыплю. Тут у нас опять ручки. Офигеть, посмотри. Ребят, вот эти ручки я просто обожаю. Я их неспроста заказала. Знаете почему? Потому что, во-первых, на этих трех ручках голографические единороги. И у этой ручки меняются чернила, ребят. Сначала у вас будет нежно-голубой цвет, потом нежно-зеленый, потом розовый, потом оранжевый и фиолетовый. Эта ручка сама меняет цвета, причем они такие нежные и красивые. Именно поэтому я взяла три. Одна для конкурса. А как пользоваться? Я понимаю, что... Но это кому-нибудь в лицо там пустить, если тебя кто-то в школу... Подожди! Если тебя кто-то в школе выписит, ты скажешь так... Как круто, ребят! Я таких никогда ручек не видела. Естественно, простой карандаш. Без него никак. Еще простой карандаш. Текстовые делители, простой карандаш и ручка. Вот такая вот красота.
Так, это у нас массаж по жопе шлепания. Это я тебе буду давать за то, что ты плохо себя ведешь. Карин! Я не знаю, для чего я это взяла, но это, по-моему, реально как массаж. Да. То есть ты... Да! Наказана! Итак, дальше. Тут у нас, по-моему, идут всякие бутылочки. Без них в школе никак. Давайте будем открывать некоторые. Есть вот такая вот большая фиолетовая. Вау, я туда буду наливать чаечек. Водичку на физкультуру. Есть вот такая вот штучечка, чтобы было удобнее. Она убирается. Набираешь воду. Все голографическое, чтобы у вас всегда было чудесное настроение в школе. Еще один пакетик. Та-дам! Расчески нам домой, чтобы уж точно наверняка. Первая, вторая, третья. Огромное количество открыток, чтобы подписывать какой-нибудь одноклассницы, например, если у нее день рождения, и чтобы было приятно. Все открытки очень красивые. Спонжики для макияжа. Конечно же, спонжиков для макияжа дофига, подставочку. Опять открыточки и опять вот такие вот маленькие коробочки для того, чтобы класть таблетки в школу или что-нибудь другое, что вам нужно. Таблетница. Дальше у нас в этой коробке дофига других коробок. И там кружечки, стаканчики, поэтому я все опять сейчас высыплю, и мы вам покажем. Правда, открывать будем не все, потому что большинство товаров нам не пригодятся, они для вас. Та-дам, та-да-да-да-да-там! Итак, дофига коробок. Это еще не все, кстати, их так утрамбовали, как в Тетрисе. Вот такая вот красотень. Просто, ребят, я хочу, чтобы вы понимали. Давай с тобой, Полин, по одной откроем. По четыре давай. Нет, по две. С Полиной откроем по две, чтобы вы понимали, какая красота лежит внутри. Вот такая вот нежно-розовая кружечка Lovely, чтобы наливать туда чай, она одновременно термос. И чтобы тебе никогда не было холодно. И вот такая вот кружечка сразу с заваркой. То есть туда насыпаешь чай, который просто такой рассыпчатый, и оно заваривается. Открою вот такую вот кружечку. Она прозрачная. С трубочкой. Сразу с трубочкой. С керамическим стеклом, которое не разобьется. Есть вот такая вот крышечка для трубочки. И вот такая вот вторая крышечка, чтобы вы пили из этого стакана без трубочки. Все продумано до мелочей. А я открыла вот такой вот очень красивый термос в двух моих самых любимых цветах. Нежно-фиолетовый и розовый. Слушай, Полин, ну давай большинство товаров посмотрим, потому что мне так интересно. Да. Это коробочка с кружечкой, и она, по-моему, меняет цвет, потому что внутри она в черном оформлении. Как я поняла, вот эти вот горы, они будут другим цветом. Такая вот нежная кружечка. Вау. Будем сейчас из нее пить чай. Как закончим съемки этого видео? Я хочу распаковать вот это вот. Я не знаю, что это, ребят. Понятия не имею. Я тоже понятия не имею. Такая же у меня. Беленькая плоская коробочка. Открываем. Вау! Это красивые такие подставки. Посмотрите, какая красота. Внутри огромное количество блесток. Они супер красиво переливаются. И как только блестки оседают, получается очень красивая картинка. У меня на картинке, например, проявляется очень миленькая девочка с единорогом. И на задний план можно поставить фотографию. Достается и меняется фотка. У меня здесь чилобарик. Полина, тут чилобарик болтается. Очень все круто и космическо. Ну и в общем, тут у нас есть еще одна подсветка в виде желтого алмазика. Это тоже у меня на задний план для ролика. Еще две кружечки. Давай по одной откроем, посмотрим напоследок, что там лежит. Есть вот такая вот. Вау, очень маленькая кружечка. У меня была подобная, ребят, чтобы вы понимали, внутри лежит вот такой вот мягенький чехольчик. И знаете, он надевается на кружечку. Сейчас я вам покажу, каким образом. С моими ногтями это, конечно, будет проблематично очень сделать. Давай я. Я вам пока покажу вот такую вот кружечку. Туда можно сделать какой-нибудь вкусный лимонадик, сделать крутую фоточку в Инстаграм. И все это будет очень атмосферно. Это даже без ногтей сложно, ребят. В общем, на эту кружечку просто надевается вот такой вот красивый чехольчик, пушистый, и согревает вам ручки в холодную погоду. Ну и теперь у нас осталась последняя коробка. Давайте же посмотрим, что внутри нее лежит. Полина сейчас ее пододвинет поближе, и мы посмотрим. Тоже тяжеленная. Та-дам! Тут у нас, я так понимаю, рюкзаки. Естественно, в школе не без них. Достаем первый, достаем второй рюкзак, достаем третий, достаем четвертый. Ну и там дальше опять пакетики. Итак, показываю вам первый рюкзак. Вот такой вот красный, красивый. Это все, естественно, Полине для школы и для вас, для розыгрыша. А вот этот рюкзак я ждала больше всех рюкзаков, потому что он мраморный. И Карина единственная, что дала мне выбрать, это рюкзак.
рюкзаки, поэтому я выбрала вот такой вот. Очень красивый, с мрамором, и тут написано Girl Boss. Открываем еще по одному, Полин, какой крутой. Серенький, с очень миленькими собачками, написано Wolf. И есть вот такой вот фиолетовый, с огромным количеством отсеков. Я такие рюкзаки просто обожаю. А какой разыграю я, узнаете в Инстаграме. Так, дальше у нас, давай, Полин, с тобой вместе посмотрим тоже косметички. Вот такая вот прозрачная, и внутри нее болтаются ракушки и шарики. Вот такая вот суперская голубенькая косметичка, внутри которой для дизайна как будто бы помятая бумага. Или ее просто туда положили, чтобы она не помялась. Замочек в виде красивых голубых кисточек. Ты открываешь эту косметичку, внутри нее лежит еще одна. Так компактней утрамбовали, так сказать. Ты достаешь еще одну косметичку. И у тебя вот такие вот две чудесные для косметики и для путешествий. Так, следующий пакетик высыпаю я вот таким вот образом. Тут у нас вот такой вот зелененький блокнотик, поп-сокет на телефон, очень красивый с медвежонком, блокнотик и опять же красивая подставочка для рабочего стола. Полине как раз по атмосфере в комнату подходит, тут все так переливается с пузырьками, очень круто с планетами. Следующий пакет, итак, у нас там лежат тетрадки, Полина, высыпай, показывай. Подарочный пакетик для какого-нибудь мини-подарка. Вау, тетрадка с мрамором, ребят, наверное, вы уже поняли, что я обожаю мрамор. Тетрадки две с котятами, черная тетрадка для белых ручек, скетчбук и тоже тетрадка с таким мятным дизайном. Следующий пакет. Ну, Полина, естественно, так как это замазки. Back to school, так как это школьное видео, без штрихов и замазок не обойтись. Степлеры! Без степлеров тоже. Два степлера, один беленького, другой розового цвета. Вот такие вот штрихи и замазки. Естественно, я их вам тоже положу в розыгрыш. Вот такие вот три. Это замазка лентой. Тут как одно сердечко, но оно разбито пополам. Это для вашего лучшего друга, например, да? Чтобы вы могли одну половинку отдать своей однокласснице и вместе пользоваться этой замазкой, так сказать. Очень миленькие, яркие и позитивные. Первая половинка красного цвета, другая синенького. Ближе к мятному, как мои ногти вот на этой руке, ребят. Еще одна есть точно такая же. И еще одна, и еще одна. В общем, их тут просто дофига, годовой запас. Вот такие вот еще две замазки. В общем, к школе мы с Полиной готовы. На все 100%. Зачем я ходила недавно по магазинам скупаться к школе? Ребят, я уже... Если у тебя есть сестра, надо было подумать головой. Ну и дальше, в последней коробке из нашего сегодняшнего чудесного Back to School в первом видео лежало очень много пеналов, коробочек, которые я опять сейчас высыплю. Пакетиков у нас больше не осталось. Та-дам! И там, кстати, еще утрамбовали. Раз, два... Три. Первое, что я вам покажу, маленький кошелечек с миленькими глазками. Вот такой вот кошелечечек. Куда столько пеналов, ты скажешь? Это не пеналы, это у нас наборы с носочками. Один из них попадется вам в розыгрыше. Тут лисичка, тут пандочка. Миленькие наборы, которые можно использовать и для подарков своей близкой подруге или другу. Вот такой вот серенький пушистый пенальчик, который я очень хотела. Вот такой вот голографический пенальчик, тоже очень вместительный, с надписью. Вот такой. Такой вот полупрозрачный, с водичкой налитой внутри и с блесточками. И вот такой вот желтенький пенальчик, который тоже можно трогать, и там переливается какой-то пигмент. Вау, Полин, посмотри, пока ты там показывала пеналы, вот такая вот красивая супная тарелочка. Ее можно взять с собой в столовую и сказать поварихам, чтобы они наливали тебе суп или какую-либо еду только в эту тарелку, блин, это оригинально. Тут очень необычное дно и сама тарелочка со звездочками. Я буду в этой тарелке хлопья с молоком есть перед школой. Ну и, соответственно, тут еще одна тарелочка, которую я открывать не буду. Она для вас. Ну что, дорогие наши самые любимые, мы очень с Полиной надеемся, что вам понравилось это видео. Вы бы просто видели, что сейчас происходит вокруг нас. Это самый настоящий трэш. Мы постарались сделать этот обзор максимально длинным, максимально интересным, максимально насыщенным. И хотим сказать огромное спасибо магазину Зака! Да, за то, что они нам предоставили эти товары. Ссылочки и промокод я оставлю ниже в описании. Обязательно заказывайте там все для школы. Если вы хотите еще
еще товары какие-то. И еще магазинчики, чтобы я там заказала вместе с Полиной. Что-нибудь кидайте мне их в директ в Инстаграме. Напоминаю вам про слово из 5 букв, которые вы тоже должны скинуть мне в Инстаграм. И про то, что буквально на днях в моем Инстаграме пройдет конкурс на огромное количество продуктов из сегодняшнего видео. Мы вам говорим огромное спасибо за просмотр этого ролика. Ставим лайки, подписываемся на мой канал, чтобы видеть еще больше крутых Back to School'ов. Ну а с вами была Аракелян Карина и Аракелян Полина. Да, всем пока! Пока!